Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитя Лила Правишна Ом Вишну Пада Аштадра Рашада, Шри Шримат Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджу. Я предлагаю бесконечные саштанга даднават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикша Гуру Пада Падме, Нитя Лила Правишна Ом Вишну Пада Аштадра Рашада, Шри Шримат Бхакти Виданти Шрили Нарайне Госвами Махараджу. Я предлагаю бесконечные Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны. Харе Кришна. Кто-то из преданных спросил Прабхупаду. Цитата. Как нам жить дома, в семейной жизнью? Прабхупада дал следующий ответ. Цитата. Как нам жить семейной жизнью дома? Для этого нам нужно общаться с вайшнавами, которые подобны парамахамсами, возвышенным лебедям. Если у нас есть такое благоприятное общение, то тогда мы действительно сможем жить семейной жизнью. А иначе семейная жизнь будет подобна темному заброшенному колодцу. Вчера мы слышали о том, что есть колодцы двух видов. В одном есть вода, в другом нету. Прохлада Махарадж характеризует семейную жизнь как Гриха Анда Купам, заброшенный темный колодец. Поэтому он говорит, что следует оставить такую семейную жизнь, подобную заброшенному колодцу, и отправиться в лес, совершать там баджан под руководством возвышенных вайшнавов. Какой же колодец? Какую же семейную жизнь символизирует такой темный колодец, где нет поклонения Господу, но колодец, наполненный водой, это семейная жизнь, в которой есть кадха, баджан, киртан, когда все члены семьи поклоняются Всевышнему. Такая семейная жизнь подобна колодцу, наполненному водой. Но если семейная жизнь сводится только к тому, чтобы есть, спать, зарабатывать деньги, наслаждаться, заботиться о жене, детях, и ничего более нет в семейной жизни, то это заброшенный колодец. Какой должна быть семейная жизнь? Кришнара самсара кор чаря начар. Пребывая в самсаре, в материальном мире, нужно постараться сделать ее Кришна-самсарой. То есть в центр поместить Кришну, чтобы вся наша деятельность вращалась вокруг Него. Когда же это действительно будет станет возможно? Только если у нас есть общение с возвышенными вайшнавами. А иначе, наша семейная жизнь будет подобна темному колодцу, с которого мы сами своими усилиями не выберемся. Поэтому необходимо общаться с вайшнавами, и тогда наша семейная жизнь будет подобна заброшенному колодцу. Цитата. Поэтому необходимо общаться с возвышенными преданными, которые укажут нам путь к парамартхе, как к высшей цели. Благодаря общению с ними мы действительно сможем жить правильной семейной жизнью. В Бхагаватам приводится шлока «Грихеш Авастхита Раджан». Цитата. Эту шлоку произнес Нарада Муни. У пяти пандавов были супруги не только Драупади, также были дети. Однажды их посетил Нарада. Они пригласили его сесть на возвышение, сели сами у его лотосных стоп и спросили: «О, Нарада, пожалуйста, пролей на нас милость. У нас очень большая семья. Разъясни же нам, как нам совершать баджан, духовную практику, живя семейной жизнью».
И Нарада Муни произнес эту шлоку «Крихешт Авастита Раджан, Крия Курван, Эдхочитаха». Цитата. Он сказал: «Совершайте только благочестивые действия, избегайте неблаговидных поступков. И даже в семейной жизни живите, посвящая все Васудева Арпана Сакшат, посвящая все Господу, делая все только лишь ради Него. Зарабатывать деньги нужно для Господа, работать для Него, готовить для Господа. То есть все наши действия должны быть направлены на центр, на Всевышнего. А когда же это будет возможно? Когда у нас будет благоприятное общение с возвышенными преданными». Цитата. Есть два вида общения – Гранха Бхагавата и Бхакта Бхагавата. То есть общение с Гранха Бхагаватом, с Писанием Бхагаватом и с Бхакта Бхагаватом, с преданными. Два вида садхусанги. Что это означает? Что нужно каждый день так или иначе стараться читать немного священных писаний, изучать их, размышлять над ними. Поэтому говорится «Нитям Бхагавата Севая». Служение Бхагаватам должно быть нити, постоянным. Постоянно необходимо изучать Шриман Бхагаватам и другие священные труды. И когда у нас будет такое общение либо с преданными, либо со священными писаниями ежедневное, тогда действительно проживание дома будет подобно проживанию в Дхаме, Дхаманивасе. Например, сколько человек приходит сюда, в храм, у стольких людей хорошая духовная практика. А если кто-то не посещает храм, не слушает Харикатху, то вот их семейная жизнь как раз-таки подобна темному беспросветному колодцу. Почему? Потому что у них нет общения с вайшнавами. Они не читают священные писания. Откуда же у них будет знание о том, что нужно совершать баджан? Где они это почерпнут? Поэтому нам нужно общаться с Бхакта Бхагаватами, с преданными, и с Гранха Бхагаватом, то есть изучать Шримад Бхагаватам. Цитата. Зачем вообще мы вступаем в семейную жизнь? Причина может быть только одна. Ради того, чтобы совершать хари баджан, поклоняться Господу надлежащим образом. Только для этого стоит заводить семью. А иначе это будет темный колодец. Цитата. Грихабрата — это семьянины, которые сводят все только к своей семье. Для них не существует ничего, кроме детей и жены. Это не грихастхи, это просто семьянины, которые неправильно живут семейной жизнью. Цитата. Но если мы вступаем в семейную жизнь, то мы должны заводить ее только ради Кришны, ради служения Ему, чтобы муж и жена вместе поклонялись Господу. Например, просыпались рано утром, проводили мангала арати. Кто-то один может проводить арати, а другие, включая детей, могут совершать киртан в это время. Затем проводить парикраму, обходить туласи. Все вместе, все члены семьи могут это делать. А затем все вместе садиться, совершать киртан, обсуждать Писание, обсуждать то, что связано с Господом. В Бенгалии есть такие семьи, где следуют правилам и предписаниям так же строго, так же тщательно, как и в храме. Ежедневно мангала арати, ежедневно предлагается бхога подношению Всевышнему. Здесь тоже есть преданные в Бароуте, которые надлежащим образом даже дома следуют всем правилам. У них есть такуруджи, божества дома. Они вовремя будут божества, проводят мангала арати, совершают киртан, делают подношения, плетут гирлянды для божеств, служат туласи деви. То есть вовремя делают все то же, что и совершают в храме. Но только делают это дома.
живя, казалось бы, обычной семейной жизнью. Произносят джайдхвани, возносят ставы стути, молитвы. Делают все то же, что и в храме. И поэтому их дом является не просто домом. У нашего Гурудева Шрила Нараяна Госвами Махараджа тоже есть ученики, например, Вишакха Диди. Кто еще? Викаш Дада. И другие преданные, грихастхи, семьянины, которые должным образом совершают духовную практику. И их дом является мандиром, храмом, потому что в нем каждый день киртан. Каждый день они повторяют харинам. Каждый день будут в доме харикатха. Если действительно совершать так служение дома, то это то такой дом подобен храму. Что далее Прабхупада объясняет? Что если люди живут как грехавраты, то есть просто посвящают себя семейной жизни, они разрушают свою жизнь. Но чем больше у нас духовного, тем меньше материального. Например, если мы идем на восток, то мы отдаляемся от запада. Подобным образом, если мы устремляемся все больше и больше к духовному, мы отдаляемся от материального. Поэтому не нужно стараться ни от чего избавиться искусственно. Привносите в свою жизнь позитивное, и все неблагоприятное само собой отодвинется на задний план, уйдет постепенно. Цитата. Есть люди, которые являют пример фалгу вайраги, то есть ложного отречения. Фалгу вайраги — это фалгу — это река, которая присыпана сверху песочком. Что она символизирует? Ложное отречение, когда внешне кажется, что человек отречен, однако внутри его переполняют, раздирают вожделение, гнев и другие пороки. Но такое отречение является ложным. И гораздо лучше быть семейным человеком, не изображая такое отречение, а должным образом совершая духовную практику на своем уровне. Другой пример ложного отречения Маркета Вайраги, обезьянье отречение. И то, и другое неблагоприятно. То есть, когда внешне изображается отречение, однако внутри полно желаний. Цитата. Если люди живут обычной жизнью, материальной жизнью, казалось бы, но совершают баджан, поклоняются Господу, вся семья воздает служение Всевышнему, то такие люди действительно являются грехастхами, в подлинном смысле семьянинами. Цитата. А иначе это просто темный колодец, где нет ни харикатхи, ни святого имени, ничего, что связано с Господом. Вот такую семейную, якобы семейную жизнь, где нет духовности, необходимо оставить. Далее Прабхупада говорит о том, что не нужно изображать вот это внешнее отречение фалгу вайраги, подобно реке, присыпанной песочком. Цитата. То есть не нужно стремиться к отречению любой ценой, когда мы всячески изображаем из себя отреченных, однако внутри нас полно разных желаний. Подлинная вайрагия — это служение Господу. Когда мы служим Господу, естественным образом у нас развивается вайраги, отречение от мирского. А иначе, если мы искусственно изображаем отречение, то рано или поздно мы падем с того уровня, который себе придумали. Такое поведение, искусственное отречение, будет причиной разрушения. Поэтому нам нужно общаться с преданными, служить. И что тогда произойдет? Санте Эвася Чинданти. Цитата. Когда мы общаемся с возвышенными вайшнавами, то своими речами
такими же острыми, как меч, они отрубают наши привязанности, то неблагоприятное, что есть в нашем сердце. Они разрушают асакти, нашу привязанность к материальному миру. Прабхупада как-то давал Харикатху и Шрила Бхакти Хридой Бон Махарадж, который стал будущим учеником Прабхупады, услышал его Харикатху. Хотя он отправлялся по другим делам, ему нужно было приобрести лекарство для своего отца. Однако он услышал Харикатху Прабхупада, прислушался к ней и даже позабыл о том, что его цель — купить бутылочку лекарства для своего отца. Он заслушался тем, что объяснял Прабхупада, а Прабхупада очень решительно объяснял шлоку «Лабха Судорла Бамадам Бахусам Баванта». Цитата. Он объяснял, что есть 8 миллионов 400 видов тысяч жизней, и очень редко можно обрести тело человека среди этого многообразия, поэтому турнам ятет на патет анамритю явен. Пока наше тело не упало замертво, нужно сразу же устремиться к духовности, совершать духовную практику. Например, если человек попал в огонь, загорелся, он что будет делать? Кричать: «Спасите, помогите, горю!» А материальный мир чем является? Как раз-таки огнем, в котором мы горим. Самсара давана лали далоко. Мы горим в этом огне материальных страданий. Поэтому как можно скорее нужно избавиться от этого огня, устремиться к парамархе, к высшей цели, к духовности. Один из учеников Прабхупады рассказывал Харикатху и объяснял, что в те времена роды принимались более или менее естественным путем, медицина не была такой развитой. И однажды во время родов появилась только голова ребенка, а тело никак не выходило. И врачи не знали, что же делать. Никак ребенок полностью не мог родиться, только голова появилась. И тогда они спросили, что разрушить, дерево или фрукт? То есть так окольными путями спросили, что вы выберете. Что это символизировало? Дерево означало мать, а фрукт означал плод. То есть стоял выбор, кого спасти, мать или ребенка, потому что обоих нельзя было сохранить. И ответ был следующим: сохранить жизнь матери, то сохранить жизнь дерева, поскольку если дерево остается расти, то оно может принести еще фрукты, еще плоды в дальнейшем. И тогда ребенка извлекли из тела матери, очень сильно повредив его. И вот ученик Прабхупада, который давал эту Харикатху, он говорил о том, что у нас много-много жизней уже было, и мы страдали, например, как этот ребенок, или когда мы рождались козлами и нас забивали, или когда мы рождались коровами. Мусульмане столько коров убивают. Когда мы рождаемся курицами, петухами, то так же, как белье выкручивают, так же и шею нам скручивали, когда мы были курицами. Когда мы рождаемся животными, например, оленями, нас убивают. Когда мы рождаемся рыбами, то нас также убивают, например, бенгальцы. Сколько рыбы едят, сколько жарят ее и употребляют в пищу. Когда мы рождаемся свиньями, вообще представить невозможно, сколько страданий. Недалеко от нашей деревни были свиньи, и их клеймили, либо убивали, и они так противно, так устрашающе визжали. То есть много-много раз мы уже рождались и столько-столько страданий претерпевали в разных жизнях. И вот ученик Прабхупада, рассказывая, приводя все эти примеры, говорил, что вы уже столько жизней провели. Сейчас вам выпала возможность совершать баджан, духовную практику. Не упускайте ее. Среди этих 8 миллионов 400 тысяч жизней, вот сейчас для вас выпал благоприятный шанс, поэтому как можно скорее устремитесь к духовной практике, повторяйте имена Господа, совершайте хари баджан, не смотрите по сторонам. Почему? Потому что эта жизнь
очень ценное, несмотря на то, что это тело из чего состоит, из мочи, крови, испражнений и так далее. Однако даже в этом теле, казалось бы, грязным, нечистым, мы можем совершать духовную практику и достичь высшей цели, поэтому не тратьте свое время попусту, как можно скорее совершайте духовную практику, чтобы покинуть этот материальный мир. Не смотрите по сторонам. Сосредоточьтесь на одной цели, на Харибаджане, и посвятите себе этому жизнь, чтобы освободиться из круговорота рождения и смерти. Вот такой Харикатху дал ученик Шрила Прабхупады Сарасвати Такуру в связи со слойкой Лабха Судорла Байдам. Как Прабхупада тоже я объяснял, и ученик его тоже. Цитата. Некоторые говорят, нужно стать грехастхой, нужно завести семью, нужно найти свою половинку, жить с ней. Однако, что происходит зачастую? Люди погружаются в наслаждение, становятся вишаи. Один преданный, например, думал, нужно жениться, но преданный, чтобы вот жена у меня была преданная. Однако, что произошло после свадьбы? Девушка вроде как была преданная. Однако, вступив в брак, уже бхакти задвинула на задний план и погрузилась глубоко в наслаждение. И преданный сказал мне, вот я, Махарадж, думал, что женюсь на преданной, и жизнь у меня будет посвящена служению Господу. Однако супруга так погрузилась в бхогу, в наслаждение, очень глубоко погрязла в вишае, в материальных наслаждениях. Поэтому те, кто создает семью ради чувственных наслаждений, не смогут обрести благо. Цитата. Поэтому что происходит тогда? Жизнь разрушается, когда люди создают семейную жизнь только ради наслаждений. Цитата далее. Некоторые выбирают жизнь саньяси. В чем она заключается? Кай – телом, ман – умом, вакья – речью – служить Господу. Поэтому три данга. То есть умом, телом, речью – служить Господу. И сверху такой как бы наконечник, который символизирует душу, дживу. То есть символ данды, посоха саньяси, что душа умом, телом и речью посвящает себя служению Всевышнему, Харибаджану. И подобным образом те, кто хотят действительно стать грехастхами, тоже должны полностью посвятить себя служению Господу, посвятить себя Харибаджану. Цитата. Дхарма, грехастх, в чем заключается? Кто может исполнить ее? Только бхакты, только преданные, поскольку эта дхарма заключается в служении Всевышнему. А иначе семейная жизнь только поработит, будет еще больше майи, еще больше иллюзий, еще больше мамы, чувство обладания, это мое мирского обладания, это связанного с нашим материальным телом. Поэтому по-настоящему благо семейная жизнь может принести только преданным, если семейная жизнь строится на служении Всевышнему. Цитата. То есть, если преданные становятся грехастхами, совершают баджаны вместе, поклоняются Всевышнему, то их семейная жизнь уже становится не просто жизнью грехастхи в доме, а она становится подобна проживанию в мадхе, в храме. А иначе мы не обретем благо. Иногда мы думаем, вот, обязательно нужно жениться, быть грехастхами. В Калькутте, например, был преданный, который каждый день рассказывал Харикатху. Я слышал, как он говорит о Господе. Но когда он женился, все. Бхакти куда-то у него делась. Раньше мы с ним созванивались, но после свадьбы
Батюн он забросил, на звонки перестал отвечать, потому что погрузился в мысль о том, как зарабатывать деньги, как поддерживать семью, как вести семейную жизнь. И так он погряз в этих мирских заботах настолько глубоко, что у него не было времени уже ни со мной, ни на мои телефонные звонки отвечать, ни рассказывать Харикатху, как раньше рассказывал Рай Рамананда Самбад, Рупа Шикша, наставление Рупы Госвами. Все закончилось. Рупа Шикша и Рай Рамананда Самбад после свадьбы. Поэтому иногда бывает, что мы думаем, что мы вступим в брак и сможем совершать духовную практику еще лучше. Однако все скатывается к тому, что мы занимаемся только зарабатыванием денег и поддержанием семьи. И наша бхакти куда-то вот в стороночку уже отдаляется. Постепенно уже и непонятно, где вообще наша бхакти оказалась. Потому что мы заботимся только о деньгах, о поддержании себя. Погружаемся в это. Цитата. Если действительно кто-то хочет жить по-настоящему семейной жизнью, поклоняясь Господу, совершая баджан, следуя пути бхакти, быть в Кришна-самсаре, то есть в семье Кришны, то нужно так же, как и в Мадхи, следовать всему, посвящая все Господу, все усилия предпринимать для Господа, делая это как служение Ему, как Севу. Так же, как в Мадхи преданные живут ради Господа, все делают ради Него. Тогда не будет разницы между проживанием дома, будучи грехастхами, и проживанием в Мадхи, если все ради Господа, если Он в центре. Цитата. Мирские люди, обыватели, которые вступают в брак, не служат Господу, не хотят заниматься служением Всевышнему, занимаются только зарабатыванием денег, поддержанием детей, жены. То есть жизнь сводится к тому, чтобы поддержать семью и потом умереть, без развития своих отношений с Господом, без размышлений о Всевышнем. Вот такие семьянины. Они не истинные семьянины. А вот в подлинном смысле семьянины — это только те, кто все делают для счастья Всевышнего, для Его радости. Это садгрихастхи, то есть в подлинном смысле домохозяева. И разница между первой и второй категорией огромна, то есть между теми, кто живет для себя, и между теми, кто живет для Господа. Внешне может казаться, что они делают одно и то же, однако разница огромная, как между небом и землей. Госвамиджи говорит, цитата. Он приводит следующий пример. Если мы возьмем единицу, напишем единицу, прибавим ноль, получится сколько? 10. То есть была единица, однако мы добавили ноль, стало 10. Добавим еще нолик, будет сотня. Еще нолик допишем, сколько получится? 1000. То есть, казалось бы, нули, но благодаря тому, что есть единица, цифра увеличивается. А если мы уберем единицу, что останется? Ноль. Сколько бы ни было нулей, в итоге останется только ноль, не имеющий ценности. Единица олицетворяет прему Господу, служение Всевышнему, а ноль символизирует материальный мир. Сколько за время коронавируса уже людей умерло? То есть все мирское — это ноль, все заканчивается. И все отношения в материальном мире, они временные. Например, когда поток реки течет, иногда травинки он соединяет между собой на какое-то время. И вот наши отношения в самсаре, они тоже временные. Мы как в дармашале, как в постоялом дворе. Мы можем остановиться там, спросить ночью, откуда ты, переночевать вместе, и все, а утром разъехаться по своим домам.
И вот этот материальный мир, это тоже дармашала. Наши отношения здесь временные, как постояльцев на одну ночь. Господь соединяет нас и потом разлучает. Но как же в этом материальном мире, который подобен нулю, сделать что-то путное? То есть как из игрослов, как из zero, из нуля сделать hero, сделать героя? Добавить к своей обычной жизни Господа поклонение Ему. Стараться все посвящать Ему, делать для Него. И тогда ноль, zero, станет hero, станет героем. То есть тогда что-то путное получится из нашей бесполезной материальной жизни. Но если мы забудем о Господе, погрузимся только в то, чтобы зарабатывать деньги, то ничего толкового не получится. Наша жизнь не увенчается успехом. Как же сделать так, чтобы мы действительно смогли все это претворить в свою жизнь? Быть в саду Санги, которая бывает двух видов. Бхакта Бхагавата, общение с преданными, и Гранха Бхагавата, изучение Шримад Бхагаватам и других священных писаний. И благодаря такому общению со святыми, благодаря изучению Писаний, мы сможем действительно жить по-настоящему семейной жизнью ради Господа, воспринимать детей как детей Господа, делать все ради Всевышнего. Однако, если у нас нет садху-санги, то откуда же у нас возьмется желание и настроение поклоняться Всевышнему? Цитата. От чего нам нужно держаться подальше, если мы живем семейной жизнью и совершаем бхаджан? От двух аспектов. Каких? Первое, от асад-санги. Держитесь подальше от асад-санги. Что такое асад-санга? Это те, кто не погружены в повествование о Господе, кто говорят о мирском, материальном, погружены в критику. Вот от них их сторонитесь. Потому что общение влияет на вас. Если вы будете общаться с пьяницами, станете, начнете пить. Если общаетесь с ворами, начнете красть. Если общаетесь с преданными, станете преданными. Поэтому очень важно быть подальше от садху-санги. А садху-санга тьяга и вайшнава-ачар. Правило для вайшнавов, ньям, это держаться в стороне от садху-санги. Кроме того, сторонитесь тех, кто говорит о материальном. Это все асад, это все то, чего нам следует избегать. И также, второе, избегайте праджалпы. Что такое праджалпы? Это все то, что не относится к разговорам о Господе. Все мирские разговоры, мирская болтовня. И с теми людьми, которые погружены в мирские разговоры, тоже не следует связываться, не нужно с ними общаться. И старайтесь взращивать свое бхакти. С помощью чего можно это сделать? С помощью шести аспектов мы можем усилить свою преданность Господу. Какие это аспекты? Первое – утсаха. Что это? Это воодушевление. Необходимо совершать духовную практику с энтузиазмом. Но зачастую что у нас бывает? У нас, если есть какая-то тяга к духовности, однако нам гораздо более интереснее все материальное. Так не пойдет. Старайтесь взращивать себе воодушевление, заниматься именно духовной практикой. Нишчаят. Второе. Что это? Это уверенность в том, что однажды мы непременно встретим Господа. Такая же уверенность, какая, например, была у Шабари. Гурудев сказал ей, что однажды Рама и Лакшман придут к ней. И раз Гурудев сказал, то Шабари верила, что однажды и Господь Рамачандра, и его младший брат Лакшман придут к ней. Поэтому у нее была твердая вера в слова Гуру, и она каждый день приносила из леса сладкие ягоды. Как в старости она их уже надкусывала, чтобы понять, какие ягоды сладкие. Каждый день она также подметала тропинку и посыпала ее цветочками, потому что Гурудев ведь сказал, что Господь однажды к ней придет, и она ждала Господа, готовилась к его приходу. И в нашей садхане тоже должна быть и утсахат, то есть воодушевление, и нишчаят, твердая вера в то, что однажды мы непременно встретимся со Всевышним.
у нас должна быть такая твердая вера. Далее, таттат карма правартанат означает, что нужно делать то, что порадует Господа, что доставит радость Гуру Деву, а то, что не порадует Господа, не порадует духовного учителя, делать не нужно. Дальше, сангат-ягат. Сангат-ягат означает, что не нужно общаться с теми, кто погружены в мирское. Избегайте такого неблагоприятного общения. Общайтесь с теми, которые помогают, которые наполнены повествованиями о Господе, которые связаны со Всевышним. Выбирайте именно такое общение, которое благоприятно для вашей духовной практики. Сатоврите, что означает? Следовать по стопам святых, которые были ранее. Например, Хануман, как он поклонялся Господу Рамачандре, Шабари, как следовал духовной практике, Сурдас, как совершал свой баджан, Мирабай, как поклонялась Господу, Рупа Госвами, Снатна Госвами, другие представители нашей Гурварги, как они совершали бхакти, как повторяли харинам, совершали баджан. Вот следуя их примеру, мы также можем совершать нашу духовную практику. И вот эти аспекты помогут нам взрастить нашу духовную жизнь, усилить ее. Эти шесть аспектов. Вот сахан, нишчаят, дхайрият еще. Дхайрият означает, что наша практика должна быть устойчивой, постоянной. Цитата. Поэтому преданные, которые живут семейной жизнью, должны уделять этому внимание. Цитата. Преданные, которые являются грехастхами, должны понять эти истины. Они справедливы не только для тех, кто ведет отреченный образ жизни, но они также важны и для домохозяев, для тех, кто живет дома, чтобы их дом стал дхамой, обителью Господа. Поэтому слушайте харикатху, совершайте киртан, следуйте разным ангам, составляющим бхакти, служите преданным Господа, повторяйте имена Господа, общайтесь со святыми, слушайте катху о Господе. Цитата. Старайтесь все свои усилия направлять на кого? На Господа, на центр. Все, что вы делаете, делаете для кого? Для Бхагавана, для Такуриджи, чтобы он был доволен. И когда вы будете поступать так, то как раз-таки вот этот нолик и превратится и в 10, и в 100, и в 1000, потому что будет добавлена единица, добавится вот этот центр, Бхагаван, который привнесет ценность во все. А иначе все будет нулем, если мы погружены только в материальное. Вы можете хоть 10 нулей нарисовать, это так нулем и останется, потому что нет самого главного, нет единицы, которая и привносит ценность. Поэтому что бы вы ни делали, делайте это для Господа, поместите его в центр своей жизни. И тогда ваша жизнь увенчается успехом. Это был ответ Прабхупады на вопрос, как нам жить дома, семейной жизнью и поклоняться при этом Господу. То есть как следовать грехастха дхарме, как поклоняться Господу, будучи домохозяевами. И Прабхупада дал этот ответ, и если мы последуем ему, то наш дом станет обителью Господа Вриндавана Дхамой. У Мирабаи есть киртан «Али Мохилаги Вриндавана Нико». Thank you.
каждом доме поклоняются Туласи и Такураджи, и можно получить даршан Говиндадева, али Махилага Вриндавана Ника. Поэтому сделайте из своего дома такой Вриндаван. Гай. Да.